Сейчас каталогизировано примерно 1 200 000 астероидов всего. В основном это астероиды главного пояса. И в октябре мы отпраздновали такую круглую дату. Был открыт 30-тысячный астероид, сближающийся с Землей, да, околоземной объект. Ну и юбилейчики у нас. Да, такие у нас юбилейчики. И, безусловно, чем мельче фракция, тем меньше наше знание о ней. И такие объекты декаметрового размера, к которым на самом деле до Челябинска относились свысока. Но Челябинск нам показал, что даже 17-метровый объект в принципе опасен, да, даже своим воздушным взрывом.